Начнем со скорбной новости. Пришла на сегодня утром. Не стало старейшего актера планеты Владимира Зельдина. Народному артисту был 101 год. Последние дни он провел в реанимации в Москве. Человек-легенда, человек-эпоха. Владимир Зельдин родился в царской России. Его детство и юность выпали на годы революции и НЭПа. Молодость пришлась на Великую Отечественную войну. Менялся мир вокруг, а его главные качества оставались неизменны. Он никогда не унывал и очень любил жизнь. Владимир Зельдин вошел в историю как старейший действующий актер. Петь и танцевать он не прекращал, даже отпраздновав вековой юбилей. Больше 70 лет он посвятил театру российской армии. А если существует в мире волшебство, то оно существует в театре, в декорациях, в словах, которые произносят актеры, от которых зрители плачут. С самого начала ему хорошо удавались романтичные образы. Восторженный взгляд, обаятельная улыбка. Так, например, в спектакле «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Вега Владимир Зельдин сыграл блистательного героя-любовника Альдемара. Рассказывает, что однажды после спектакля за кулисы зашла Анна Ахматова поблагодарить актерам. Тогда, в 45-м, спектакль имел огромный успех. За годы войны зрители стосковались по красивым постановкам, по музыке, по любви. Романтичным был и дебют Владимира Зельдина в кино. Советский зритель полюбил актера после выхода на экраны музыкальной комедии «Свинарка и пастух». Здесь он играет Мусаиба. В роли грузина Зельдин настолько убедителен, что многие посчитали, будто это его настоящая национальность. Вы горы не видали? Нет. Ну, высоко за облаками, за туманом, в горах лежит республика наша. А зовут меня Мусаиб. Эта роль буквально спасла ему жизнь. Для съемок актера вернули с призывного пункта. Однако окончательное решение режиссер Иван Перьев оставил за женским коллективом съемочной площадки. Собрал всех женщин, Иван Александрович, просмотровый зал. И говорит, вот я вас собрал для того, чтобы вы посмотрели пробы. Все подняли руки за меня, женщины. В 47-м Иван Пырьев вновь пригласил его в свою картину. В мелодраме «Сказание о земле сибирской» Зельдин сыграл роль талантливого пианиста Бориса Олейнича. Здесь он попробовал себя в новом качестве – отрицательного героя. Значит, я эгоист, обыватель? Да. Нет, Наталья Павловна, я артист. И глумиться над моим искусством я не позволю даже вам. Прощайте. От героев-любовников Владимир Зельдин перешел к характерным киноролям. Направление было задано в 70-м, когда он снялся в фильме «Дядя Ваня», где сыграл роль профессора Серебрякова. Потом были «31 июня», «10 негритят», «Женщина в белом». Всего же на счету Владимира Зельдина 57 ролей в кино и почти столько же в театре. О дате и месте похорон Владимира Зельдина пока неизвестно. We'll be right back.